на берегу Адриатического моря построен дом, 497 квадратных метров, выполнен в 3 этажа, имеет подвальное помещение, на первом этаже просторный холл, гостиная, каминный зал, санузел, телевизионная, на втором этаже 3 спальни. На третьем этаже огромное пространство, не разделенное стенками. В настоящий момент времени там игровая зона, стоит большой бильярдный стол, но в принципе может быть перепрофилировано на 2 или на 1 спальню. В доме имеется отдельный вход в апартамент обслуживающего персонала. В том случае, если таковой не требуется, то апартамент второго этажа может быть объединен с общим домом, что предусмотрено проектом. В части террасы, которая смотрит на море, есть бассейн. На втором и третьем этажах также есть большие просторные террасы. Это обусловлено тем, что климат здесь мягкий, и 7-8 месяцев в году люди проживают на террасах. Войдя в калитку, мы попадаем в внутренний дворик. Здесь же находится парковка для автомобиля. И сбоку дома отдельный вход для апартамента обслуживающего персонала. А справа дверь – это технические инженерные системы, которые обеспечивают полностью всем необходимым дом. Это котел электрический, это система водоснабжения. Внизу располагается объемный резервуар на 30 кубических метров воды и септик. Пройдя влево, мы попадаем в область террасы, под которой находится огромное помещение, вспомогательное подсобное, в которой есть все необходимое для того, чтобы держать вещи в порядке. Объем этого помещения около 30 квадратных метров. Войдя в дом, мы попадаем в просторное помещение. Это холл первого этажа, где расположен открытый камин, кухня, столовая, телевизионная комната, со всех помещений открываются потрясающие виды на море. Через каминный зал мы проходим и попадаем в кухонную зону. Здесь расположена весьма просторная кухня длиной около 12 метров. Столовая. И выход на залитую солнцем террасу. Терраса, надо сказать, тоже достаточно просторная, со своей зоной отдыха. Здесь весьма уютный тенек летом. Стол для обеда, ужина и завтрака. И небольшой бассейн. Из каминного зала на второй этаж ведет винтовая лестница. Достаточно просторная и удобная для того, чтобы по ней подняться. Мы попадаем на второй этаж, и из холла второго этажа мы видим 3 входа в спальню. Это гостевая спальня. Это хозяйская спальня со своим выходом на огромную террасу. Сейчас мы вам ее покажем. Терраса около
30 метров. При хозяйской спальне есть санузел свой собственный, который выложен травертином. И в нем установлена мебель, которая не боится воды. Итак, на этом же втором этаже есть санузел и кабинет. А в сезон, когда приезжают гости, кабинет может быть переоборудован в спальню. Ну, например, так, как это вы видите сейчас. Из кабинета есть выход на еще одну террасу. Уединенная терраса под козырьком и под сводом дерева. Очень уютное место для отдыха. Как я говорил, дом разделен на две части, хозяйскую и на часть обслуживающего персонала. Если обслуживающий персонал или охрана не требуется, то вот в этом месте может быть прорезана еще одна дверь, и тогда мы попадем в отдельную комнату со своим санузлом, площадь комнаты около 15 метров. Из холла второго этажа продолжается винтовая лестница на третий этаж. Мы попадаем в единое помещение. В настоящий момент времени оно используется для отдыха. Здесь стоит 12-футовый бильярдный стол. Здесь находится большая терраса для отдыха с потрясающими видами, открывающимися на Адриатику. Надо заметить, что выходы на береговую черту свои. Вот два выхода, они вот обозначены такими дорожками, сделанными из камня. На террасе есть все необходимое для отдыха. В том числе есть тенистый козырек, под который можно спрятаться в случае необходимости. Выглядит он вот таким образом. А в случае необходимости весь третий этаж может быть с легкостью переоборудован в дополнительные одну или две спальни. Это изначально предусматривалось проектом, однако в последний момент времени было принято решение полностью остеклить третий этаж и оставить его в виде зоны отдыха. Сейчас мы вошли в апартамент, который отведен для охраны и обслуживающего персонала. Он выглядит вот таким образом. Имеется своя кухня при апартаменте и вход в санузел. Дом находится и поддерживается в идеальном состоянии. Он продается напрямую от собственника, так что если вы хотите его посмотреть или приобрести, то обращайтесь по указанным телефонам. Всего доброго.